А сейчас подробности этих и других тем. В Лиде началось вручение юбилейных медалей 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Это одно из мероприятий, посвященных памятной дате. 15 февраля исполнится ровно 30 лет с момента, когда советские военные покинули афганскую территорию. По случаю юбилея по всей стране проходят чествования воинов-интернационалистов. В Лиде-Илицком районе таких сегодня 322 человека. Всем им будут вручены медали 30 лет вывода советских войск из Афганистана. В рамках празднования даты 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистана военным комиссариатом Лидского района с 4 числа осуществляется вручение воинам-афганцам юбилейной медали, утвержденный указом президента Республики Беларусь, 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Вручение медали осуществляется в 3 этапа, происходит в военном комиссариате района, непосредственно здесь с присутствием представителей местных органов военного управления, а также общественных объединений и организаций. Также вручение медали будет осуществлено в сельских исполнительных комитетах при проведении торжественных мероприятий, посвященных этой дате, а также 15 числа в детской школе искусств. Воинов-афганцев на Личине объединяет районная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Сейчас ее возглавляет Михаил Нестер, воевавший в Афгане с 1979 по 1981 год. В его биографии много боев с душманами. Не раз на его глазах гибли сослуживцы. Сегодня, как руководитель ветеранской организации, он старается поддержать и тех, кто выполнял интернациональный долг, и родных личан, погибших на той войне. Мы стараемся ко всем вот праздникам, Дню Матери, к Новому году, к 8 марта, посещать семьи погибших ребят в Афганистане, семьи инвалидов, которые получили инвалидность в Афганистане, которые уже в течение по заболеванию получили инвалидность. Пытаемся хоть чем-то помочь. Ну, благодаря, конечно, нашим предприятиям мы собираем такую продовольственную корзинку. Вот, и с советом вот нашей организации ездим по матерям погибших и семьям инвалидов, вручаем эти продовольственные корзинки, спрашиваем, интересуемся о том, какие проблемы, может, какие-то трудности есть, помощь в чем-то. Если кто-то нуждается, помощь вот даже там по уборке могилки или чего, ездим, помогаем им убирать.